Самолет — это миллионы составных частей. Это все системы, которые в голову могут прийти: гидравлические, электрические, электроника, прочее, прочее. Все это летает, и все это сжато для того, чтобы выдавить из всего этого весовые характеристики и так далее, и так далее. Это одно из самых сложных изделий вообще человека на Земле. И это не только продукт, на котором можно и нужно зарабатывать. Это будущее нации. Это интеллектуальный потенциал, это молодежь, которая не уйдет, да, это, ну, гордость за свою страну, что мы страна уровня создателей такой сложной техники. Постепенно мы это все теряем. И теряем на простом. Нельзя, вот что бы там ни говорили про суперджет или какой-то джет, сразу надо задаться вопросом, а почему он такой? Почему возникло вокруг суперджета по этой катастрофе такие вещи? Сейчас вот мы катастрофа, некоторые кричат: выкинуть его, не будем на нем летать. Перед ним катастрофу потерпели два Боинга. И никто даже особенно не кричит в нашей стране: мы на Боинга больше летать не будем. Мы говорим: да выкиньте эти, мы полетим на Боинги. Так, в принципе, тоже крупнейшая катастрофа. Это системный кризис в авиации.